Голливудская актриса Джиллиан Андерсон, агент Скалли из секретных материалов, прилетела в Россию впервые. Правда, сюда американскую звезду привела не охота за пришельцами, а бизнес-дела. British Airways пригласили актрису в качестве гостя на званый ужин по случаю переговоров с российскими партнерами. За два дня в столице агент Скалли успела найти общий язык с русскими. Неудивительно, ведь у нее даже с инопланетянами получалось. Two words about Moscow. Сбежав со званого фуршета, звезда популярного сериала об НЛО отправилась на прогулку по Москве. А после в ресторане своего отеля с видом на Красную площадь агента Скалли ждал сюрприз. Свидание вслепую с известным русским рокером. Мой друг познакомился с ней просто здесь, по-моему, в гостинице. Позвонил мне, говорит, приходи, я тут вот сижу с известной актрисой. О чем разговаривали? Да, о жизни. Просто ни о чем. О чем мы разговаривали? What did we talk about? Да, обо всем. Ну так, привет, как Москва, как что. Однако всех секретных материалов Дана Скалли русскому музыканту, разумеется, не раскрыла. Кто знает, может быть, деловой ужин всего лишь прикрытие. Ведь 2012 год обещает нам новый сезон секретных материалов, где Скалли и Малдер снова объединятся, чтобы спасти планету от гуманоидов. Истина, она ведь где-то рядом. Мария Виннер, Элеонора Лукьянова, Анна Исакова, Life News.